Всем привет, это обзор на пиво Bud Light. Вот, у меня такая маленькая бутылка здесь 0,33. Еще бывает красная версия, то есть в которой 5 градусов, да. Здесь у нас эта версия Light, здесь 4,2 градуса. Вот. По-моему, еще безалкогольная версия бывает, ладно. Ну, такая вот маленькая бутылка, короче. Я, кстати, красную версию тоже пил, ну, немного. В принципе, я в жизни вот этот бренд вообще, и что красную, что синюю, я мало раз пил. Красную, наверное, пил 3 раза где-то, ну, по крайней мере, так, чтобы я помнил, да. А синюю тоже где-то раза 3, наверное, пил. Вот, то есть 3 раза синюю пил и 3 раза красную. Ну, примерно так, да? То есть я не особо много этого БАДа пил за всю жизнь. Кстати, мне один раз красный БАД, вот из этих 3 раз, да, один раз красный БАД взял. Там такая, там кислятина какая-то была, не знаю, что там, блядь, то ли какая-то бракованная партия, да, то есть брак какой-то попался, то ли что. Ну, там кислота была такая, что я чуть желудок им не сжег, короче. Начал отзывы читать и... Короче, в интернете и нашел, что у человека такая же херня попалась, то есть один раз в красном БАДе именно. Ну, не знаю, может, бракованные партии какие-то промелькнули, я не знаю, там прям кислота была такая, что, ну ладно, короче, это в красном. А вообще, ну, остальные 2 раза, в принципе, нормально было там, если в красном, вот. Ладно. Короче, всякие надписи, сами можете все посмотреть. Здесь, видимо, рис в составе еще, как я понял. Сейчас посмотрим. Тут написано, по крайней мере. Крышка завинчивается. Так, 0,33 объем. А, тут 4,1 спирта, я думал 4,2. Ладно, 4,1. Экстрактивность 8,5. Такое легенькое пиво вообще. АБНБ ФС, собственно. Ну и так просто, мало ли, да. Мало ли углеводов здесь, блять, 1,6 вообще, то есть очень мало. Ну такое легенькое пиво вообще, но оно, в принципе, лайт версия. Это сразу заранее скажу, вот именно просто попить так чисто, освежиться, немножко жажду утолить, так слегка, да, вот это пиво подходит нормально, то есть заранее так пока скажу, да, ладно. Открыл его минут 20 назад, ну, как обычно, вот. Ну запах нормальный такой, нормального пива российского, ладно. Что-то попение не особо. Правда, прошло минут 20, я не знаю, может из-за этого. О, это вообще такое светленькое реально пиво. Вот я сейчас на цвет смотрю и охреневаю, насколько оно светлое. Вот, очень светлое такое, легкое. Пена почему-то слабоватая, ну ладно. Ну я его когда открыл, попил, так заранее скажу, мне оно как бы зашло лично нормально. То есть я его взял с целью так чисто немножко как бы освежиться, так немножко как бы горло промочить, скажем так, да, вот. То есть немножко так жажду слегка утолить и так далее, вот. То есть с этой целью я его взял и, в принципе, подошло нормально. Ладно, еще попьем. Ну, вкусная, нормальная вещь, в принципе. Ладно, сейчас, секунду. А, это пиво именно. Я просто думал, может, пивной напиток. Нет, это именно позиционируется как пиво. Ну, оно очень легкое, я не знаю, что сказать. Оно очень легкое такое, собственно, как здесь и написано, что это лайт, да? То есть, вот, оно легкое, оно... Вот как вы видите, по цвету тоже такой, вот видите, легкое какое. И светлое, прозрачненькое такое. Вкус у него не очень насыщенный, да, но и не слишком-то пустой, в принципе. Вкус есть, как бы. Вот, это не слишком безвкусный пиво. Но этот самый вкус, он здесь очень легкий, как бы, вот. Ну, короче, я могу так сказать, что вот бывают сигареты крепкие, да, красные версии крепкие сигареты, да, а бывают лайт сигареты легкие, да, ну, например, если качественные, нормальные взять, да. Это пиво, как в мире сигареты сравнить, вот бывают красные, там, допустим, крепкие, да, как крепкие виды пива, например. Ну, возьмем там, допустим, синие, это как, синие, это как, допустим, светлое пиво обычное, там 4,7-5 градусов и так далее, да, синие версии сигарет. И бывают супер легкие сигареты, да, супер лайт. Вот это супер лайт сигареты в мире пива, как бы, это супер легкое пиво, скажем так, если с сигаретами аналогию провести. Вот. То есть красное, допустим, крепкое пиво, еще раз говорю, легкие лайт, как светлое обычное пиво, 5 градусное примерно, да. А вот это вот пиво как будто супер лайт сигарета, если аналогия такая. То есть супер легкое пиво, скажем. Вот, поэтому это как бы не хорошо и не плохо, да, то, что оно такое супер легкое. Это просто особенность данного пива. Вот.
И мне в данном случае это подошло, потому что именно с этой целью я и брал, чтобы было очень легко. Я сейчас не хочу, чтобы мне по шарам дало и так далее, да, то есть просто я хочу немножко попить пиво, вот и все, как бы, чтобы меня особо не развозило с него. И чтобы оно не было слишком густым и таким питательным, да, то есть мне надо было чисто, я еще раз говорю, немножечко жажду утолить, немножко так слегка попить, вот и все. И мне с этой целью, по крайней мере, подошло. Че, по поводу вкуса, да? Ну, вкус выражен слабовато, но это особенность пива в данном случае, да, в данном случае это особенность пива, а не какой-то минус, вот. Если бы тут было там 5 градусов и так далее, это тогда, да, другой разговор, например, да. Вот, но в данном случае это не минус, а хорошо, наоборот. А, ну-ка, сейчас, секунду. Ну, вкус, в принципе, простенький, но не дешмана, то есть самого такого, да, не самого дешмана и не самого дна какого-то, вкус, по крайней мере, то есть более-менее такой качественный пивной вкус, скажем так, российский. Мизерная кислинка есть и такой легкий солодовый вкус, такой очень легкий, то есть здесь все на минималках, то есть солод на минималках, кислинка на минималках, хмель тоже на минималках, короче, вот и все, как бы вот такое вот пиво. И прикольно довольно-таки, отвратных привкусов особо нет, а травянистости во вкусе здесь тоже нет. Легкая кислинка только есть, небольшая, но травянистости нет. Также, когда я его только открыл, только начал пить, когда, да, сейчас уже такого нет, но сначала прикольно, прикольные такие вот эти газации, пузырьки были тут, ну, прикольные, то есть оно как бы пилось по ощущениям в горле, скажем так, пилось прикольно, вот, не знаю, как объяснить. Короче, нормальный вариант, вполне, если вам нужна супер лайт версия пива, да, скажем так, или лайт, вот. Кстати, когда-то была по аналогии с сигаретами, да, если кто помнит, раньше да, очень давно была Ява золотая 0,1 миллиграмм легкая. То есть это еще ниже, чем супер легкая. То есть там вообще один воздух был, там ничего. То есть бывали еще такие ультралайт сигареты вообще. То есть их еще, ну иногда такие у некоторых брендов такое встречалось. Типа еще более супер легкие, чем даже супер легкие. Вот как, например, была, еще раз говорю, Ява золотая 0,1 миллиграмм легкая. Она так и называлась. Там вообще один воздух был. А показатели там единицы были. 1-1-1, смола 1, никотин 0-1. На King Size сигарет. Помню, пробовали, там вообще один воздух, да. По аналогии с пивом, если привести, то вот это вот пиво безалкогольное, да, будем считать. Примерно вот так вот. Безалкогольное. А это супер лайт просто. Ну ладно, короче, что, не будем тут херню городить. Пиво вполне хорошее, нормально советую. То есть с целью, если кому надо, именно такое легенькое очень пиво, такое мягкое, супер легкое, скажем так, не очень насыщенное всеми веществами, а так, чтобы утолить жажду, легенькое, чтобы не слишком развезло, прямо самый топ. Все, пока.